Снова вас приветствую. Забыл сказать, когда говорили о дисплейсере, забыл рассказать об одной любопытной, забавной и полезной фишке. Сейчас отключим все лишние элементы, чтобы нам не мешали. То есть у нас сейчас оно как-то... что там распространяется наш шум. Но как еще можно донастроить? Тут есть параметр falloft. Так, сейчас оперну, надо будет его вырезать. Вот. Falloft. Точнее, fallof. Fallof. Что это такое? То есть вот мы выбираем shape и, например, тут список каких-то геометрических объектов выберем. Самый простой — сфера. И видите, что любопытно, у нас появились параметры и исчез рельеф. И рельеф остался только там. Воздействие рельефа только там, где есть вот эта сфера. Еще увеличу. Для наглядности сам дисплейсер делаю сильнее сейчас. Вот перемещаю, да, и могу каким-то образом еще при помощи вот этого параметра его регулировать. Вот как-то так. То есть, например, у него есть что? У него есть height свой есть. А нет, то есть еще и height дисплейсера я перемещал. Так. Есть своя, скажем так, сила действия. Поставим на сотню, как было пока что. Ой. Обратите внимание, то есть когда у нас есть вот это расстояние, то идет плавный переход к ровной поверхности. Если мы сделаем так, у нас будет четкая граница с такими ямами. По сути, ямами на полигонах. Такое грубое смещение полигонов. Не забывайте об этом. Я выберу, например, торус, высоту побольше, убежал. Задам 25 000. Точнее, 2500 на 2500, по высоте пусть будет 300. И, пожалуй, внутренний радиус я сделаю поменьше. Может, наоборот, вот эту вещь я уменьшу,
Смещу сюда, то есть сделаю такую, ну, как бы более ровную поверхность возле возле крыльца, назовем его так. Ну, чуть-чуть более ровную такую. Там еще вручную все равно буду добавлять камни какие-то. Теперь зажимаем Ctrl и перемещаем. Создаем еще один дополнительный. Здесь уже можно выбрать ту же самую сферу. Что-то еще сферами. То есть каким-то образом что-то подвигать. Я хочу сделать обрыв у границы нашей визуальной, чтобы менее косо смотрелось. Такую типа ямку. Еще одну сферу. Смотрим в камеру. Хотя, ну и так, ну где-то... Да, стоп, да-да-да. Скроем отображение сейчас. Ну вот, у нас уже какие-то неровности появились. Хорошо. Откроем. И... Так, тут ну, вот так еще вот эту зону надо немножко деформировать, прибавить холмов. Хотя, может, и не надо. В принципе, может, наоборот. Фолофт. Так. Сейчас выкрутим, посмотрим. Нет, такое себе. Поставим, вернем обратно на сотню. Ну или поближе к сотне. Непосредственно дисплессором поработаю, уменьшу вот эту деформацию в камеру. И теперь там тут дисплессор или вот этот. Сильный перепад. Смотрится крайне криво. Крайне убого. Так, тут у нас вырезается еще жесточайший вот этот вот. Здесь сильная деформация. И, наверное, может отключить его вообще. Может invert. Ну вот, инвертировали уже, на что-то стало похоже. Ну, как-то так.
Ну вот уже с этой сценой можно текстурировать. Эту сцену можно уже текстурировать. Вот какие-то светотени, блики. Стена стала не такая унылая. Земля слегка повисит, и ступеньки. И, может быть, все-таки я сделаю еще воду. Не знаю, как это обыграть, но подумаю, мне нравится эта идея. Спасибо за внимание.